Чужой беды не бывает. В субботу большой зал Дворца культуры имени Курчатова заполнили те, для кого это утверждение не пустые слова. Там прошел благотворительный концерт в помощь пострадавшим от наводнения в Комсомольске-на-Амуре. В очаге разбушевавшейся стихии оказался один из интернатов города. Помочь таким же ребятам вызвались воспитанники школ-интернатов 8 и 6 вида. Совместно с творческими коллективами города ребята устроили настоящий праздник, которым намерены в первую очередь морально поддержать оказавшихся в беде малышей. Удивили выступлениями не только коллективы, но и совсем неожиданные исполнители. На сцену поднимались и народные избранники, и чиновники. Жители города давно доказали, что в Волгодонске живут милосердные люди, готовые помогать другим. И полный зал зрителей, собравшихся на концерте, лишь еще одно тому подтверждение. Для Волгодонска всегда вот типично быстрое реагирование на любую беду. В 2010 году мы помогали Воронежской области и Волгоградской. В 2012 году это, конечно, Крымск, когда еще под ней ударила беда. И опять Волгодонск был в числе первых. И вот Хабаровский край, Амурская область. И мы опять неравнодушны. Я думаю, в этом наша сила, в этом наше отличие, в этом наш русский дух.